белый. То мы еще отмечаем. Мы сейчас поедем отмечать. Браво, гордо! Ага. Это как сказка, да? Давай посмотрим, что там бабуля тебе подарила. Девочки. Доброе утро. Доброе утро. Именинница. Доброе утро. Ось. Смотри, Бунечка тебе пришла поздравлять. Осик. Скажи, Бунь, днем рождения. С днем рождения. С днем рождения, Ритусь. Спасибо. Тебе сегодня исполнилось 11 лет, представляешь? Совсем взрослая. Да? С днем рождения тебя. Давайте встаем. О, такие яркие у тебя эти. А? На камере такие яркие. Шапка и... кранчи. Не кранчи, а скранчи. Ой. Скранчи. Ну что? Именинницу встаем? Да? Нет. Я же только один хотела. Что? Подарочки. Держи подарочки. Ты, конечно, вот твой подарочек уже у тебя здесь лежит, самый главный. Но мы все равно решили тебе подарить такие небольшие подарочки, чтобы ты хоть все равно что-нибудь да открыла на свой день рождения. Попось. А вот твой подарочек главный лежит. Да? Она что-то в рот взяла. Ах ты такая. Бонечка, что у тебя там во рту? Наклейка. Бонни, что это такое? Все время что-то ищет. Что ты такая? Ты такая слядька. Бонечка. Что это? Португал. Швейцарленд. Германи. Финланд. Швейцарленд. Что там написано? Домар, Португал. Не видно. Ого, сколько. Витаора. А что это? Ее и... Это... О, Бот. О, мой, еди. Попасть, как мне. Да, а что у нее на спине написано? Я тоже не знаю, что тут написано. Это все, наверное, ему. Это какие-то песни. Даты, наверное. Может, ее песни, да? Название песен? Все свои песни. Скорее всего, потому что здесь какие-то даты, года. 2019. Белый какой-то. Это же Билли Айлиш. Билли Айлиш. Я не знаю, будет на тебе огромное или нет, но там самый маленький размер это XS. Так что тебе, ну-ка, давай мери. Она на меня, конечно, но... Ну, сейчас как же вы носите большое? Красивый. Давай, одевай, померяй. Спасибо, мама. Пожалуйста. Спасибо. Давай надевай, посмотрим, как она смотрится. Нет, совсем не такая. Ну, о, ничего так. Тепленько, да? Угу. Нормально. Классно. Ну-ка сюда смотри. Ну вот в школу можешь идти. Удобненько? Очень сильно. Ну все.
Кстати, привет, ребят, мы не поздоровались. Привет. Привет. Мы так рано начали влог. Даже вам привет не сказали. Я вот эту да? этикетку оставлю. Этикетку оставишь? Да. Этого человечка? В школу пойдешь? Да. Да? Вот с этим вот. А вот это я буду туда одевать на спорт. На спорт? Да. Это кусать. Она все мои подарки раскусает. Ну, эта футболка тоже... Ой, фокус куда ушел? Это футболка какого размера? Это S-ка. S. Ну, она тоже такая будет, как у Ксюши длинная, да? Ну-ка, приложи к себе. Ну, как платьишко будет. Ну да, нормально. С лосинами, да? Да. Прикольно. Ну, я не знаю, вообще-то дождик передавали к вечеру. Зонтик. Зонтик можете взять. Там еще один на полу зонтик лежит. Ну, вообще-то не холодно. Если хочешь, зонтик возьми. У меня же есть это... Капюшончик? А, ну да. Но мощный рюкзак. Да, тут быстро до школы. В смысле, до дома. Да. Ладно, нет. Давайте. А Каролина-то еще не собралась? Вы с Каролиной идете? Ну, Каролина. Каролина. Она ходит себе, гуляет. Ты не идешь? Обувайся, тебя ждут уже. Ты что, проснулся? Иди спать. Еще рано. Слышу, что Каролина... Пока, пока. Бонька, 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 пойдем быстрей. Бонни, Бонни, пойдем. Бонни. Все, я тебя закрываю там, да? Пока. На. Бонни, пока. Бонни не хочет заходить? Давай заходи быстрей. Все, зашла. Бонька. Так, все. Нам нужно шарики надуть, да, Макс? Прибраться, порядок навести, шарики надуть. Соседку попросила, чтобы она съездила за шариками, за цифрой 11. Она как раз там по пути будет ехать мимо магазина. Да. Ага. Как раз Маргарита придется в школу. У нее шарики готовы. Ну, вот это вот. Ну что, мы приступаем надувать шарики. Мне уже принесла соседка вот такие вот два шарика. Огромные просто. Почти с твой рост. Очень огромные. Так, сколько время? Время у нас почти 11. Где-то через час придут девчонки. Нужно быстренько надуть. Да, Макс? Пойдем надувать? Тумба. Я еще нашла. У меня лежал вот такой вот шарик, оказывается. Я его давно уже покупала. Совсем про него забыла. Гелия у меня нет. Ну, в общем, так вот единорожка будет стоять. Вот так вот. Единорожка. Мы тебе комнату украсили немножечко. Иди смотри. Happy birthday to you. Смотри, единорожку я нашла. Только у него лапка лопнула. Единорожку ты нашла где? Ну, я покупала как-то, по-моему, не знаю кому на день рождения. Каролина. Только вот это вот лопнуло немножко, там дырочка. Каролина же была день рождения. Угу. Ты для нее купила машину. Попусик, привет, Занюш, привет. Соскучилась, да, Бонюсь? Соскучилась? Что Попусик? Иди гуляй с ней пока, быстренько. Пока дождика нет. Пока дождика нет. Да, Бонюсь? Я думала... Маргарита, кушать тебе в школу. Маргарита, в школу через 10 минут. Я? Садись. Это мой? Да. Вилочку бери. Так, девчонки, пойдут сейчас в школу. Бери. Это потому, что они взяли. Я вообще-то всем вилки дала. Мак, зачем ты все вилки используешь? Каролина, одной вилкой надо кушать. Бонька ревнует, Бонька ревнует. Все, как так? Папа меня больше любит. Как так? Обнимают Маргариту, а Боньку не обнимают. Ну давайте, меня тоже поцелуйте. Я люблю только...
Оль, Бонька тоже папой соскучилась. Да? Бонь, соскучилась? Да, да. Она сразу, когда кто-то обнимается, она сразу бежит, чтобы ее тоже пообнимали. А мы тут это зашли в группу ВКонтакте. Вот тебе пишут, пишут в группе. То мы еще отмечаем. Мы сейчас поедем отмечать. Где? Вот. Тут только сообщение, все в шоке, что Маргарита зашла. Мы сейчас поедем отмечать. Сейчас? Угу. Поедем, поедем отмечать. Все. Смотри, хотят, чтобы ты голосовой отправила. Хочешь отправить? Всем привет, я вас очень сильно люблю. Спасибо за ваши поздравления. Мы тебя тоже очень сильно любим. Сколько тут человек? Тут много человек, наверное. Вот так вот. Мы тебя тоже сильно любим. Ой, сколько сообщений. Ксюша привет. Тоже привет. Ксюшка там в комнате. Или она уснула, по-моему, она лежала на кровати. Да, я видела. Карлиночка, иди одевайся. А Ксюнчик спит у нас, представляете? Ксюнчик у нас уснул, наша Билли Айлиш оранжевенькая. Эй, Билли, Беляшек, просыпайся, мой Белёшек. Просыпайся, мой Белёшек. Доброе утро, ты чё? А? Ты чё уснула? Апельсинчик мой. А? Всё, выспалась? Ты в чём поедешь? Так поедешь? Давай какую-нибудь кофточку оденешь другую. Угу. Немножко по такую, не в спортивном виде. Окей? Давай, просыпайся. Всё, мы поехали. Поехали. Все готовы? Пойдем, поедем, мы поужинаем. Поужинаем. Приехали. Кино! Кино не знаю, если получится. Только где мы вас будем ждать, если вы пойдете? Мы с вами же не сможем пойти. А? Как мы вас оставим и мы куда пойдем? У нас еще открыт магазин. Сегодня до 9 часов. Марго. Что? Какие фильмы сегодня есть? Вы вот это хотите посмотреть? Да, мы вот это. Анна, про что это фильм? Это «Кости, которые съели». Угу. Ну, это такая девочка, и это с рогами, это ее мама. И эта девочка, она нашла парня, и они хотели пожениться, но ее мама нет сказала, потому что ее жених хороший, а ее мама и дочка вообще запустили. Ага, понятно. Интересно. Давайте, выбирайте. Я не знаю, что мы будем кушать. Это мексиканская кухня. Здесь Маргарита. Потому что это Маргарита день рождения, поэтому Маргарита называется. Приятного аппетита. Мы заказали буррито. А? Твои проблемы. Макс, кушай. Мам, я не хочу. Эля! Браво, гордо! Браво, ми гордита. Хочу кучуйто. Willy también va a venir. Carolina, ¿querí happy birthday así como ella? ¿Que te hacen así happy birthday? ¿Querí? Claro. Claro, mírame. ¿Tú también querí? ¿Querí happy birthday? Así como happy birthday to you.
así como ella. ¿Quieres? Ya. ¿Tú, Carolina? También. Так, пойдемте посмотрим, какой есть фильм. Мы с папой хотели пойти. Куда? Стой, стой, стой. Сейчас посмотрим, если девчонки будут смотреть какой-нибудь фильм в это время. Сейчас 8 часов уже. Да? Это Анджелина Джоли. Да. Это ее настоящая мама. Это мачеха. Ага. Это как сказка, да? Она хочет. Это как типа сказки, да, какой-то? Она хочет пожениться, но она ей не дает. И до скольки? Что, будете смотреть это? Да. Уже начнется скоро. Ну, и надо. Эта película ла мисма, перо 4DX, а ла 8.40. А, или вы... Или вы хотите 4DX? 4DX. Я не понимаю. Дифференция 10 минут. Все, мы будем смотреть киношку. А мы уже покушали, нам попкорн не нужен, да? Мы сытые, нам не нужно ничего. Тут нам предлагают вон попкорн, чай холодный. 8, 10, 12, 15 франков, кока-колу еще. 4DX, да, короче, в общем. С очками еще и это движение будет. Не, ну главное, нам показали вот эти три места свободных. Нам показали эти места свободные. А там впереди-то никого нет. Интересно, почему они нам не предложили впереди сесть? Мы сидим в самом конце. Все, приехали мы домой. Мама, Бонька играла с шариком. Да? Бонька тут не разнесла нам квартиру, она у нас оставалась одна. Бедненько, она в туалет хотела. Она нигде не это не сходила на в другое место. А, хорошо. Тишлятка, я молодец, девочка. Она только к папе подбежала. В общем, фильм нам очень понравился, очень. Да? Фильм очень хороший. Можешь мне открыть, пожалуйста? Спасибо. Фильм очень классный. Я не знаю, как он называется на русском, но, скорее всего, он в других странах уже есть, вышел этот фильм, потому что... Малефисент, да, я не знаю, как. Может быть, на русском по-другому называется. Потому что у нас в Швейцарии всегда поздно выходят фильмы, новинки, поэтому я так думаю, что смотрели уже. Сначала я бабушке. Давай посмотрим, что там бабуля тебе подарила. Лилита. Что, папе? Спира, пап. Конфеты. Мама. Мерси. Утром, когда я пришла в школу, у меня болело. Уже болело утром? Да, я. Ну, я думала, что это нормально, что просто болит. Бонни, угу. Что случилось? Потом, что ты хочешь? На паузе очень сильно болело, и потом нам и так очень-очень сильно. Открыточка. Угу. Макс, ты как будто читать умеешь. Ihr Margarita, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Alba. Давай, открывай, что она тебе там подарила. Liebe Grüße, Alba. Ты знаешь, что она подарила. Ты знаешь? Что-то из одежды? Тяжелая. Нет? Тяжелая? Это одежда. Это пижама? Нет, ну там еще другой. Кофточка. Шикарно. Папа, не доводи собаку. Браслетик. Еще сережки. Сережки. Вот это вот я знала, вот это я знала. Это липанкейк. А что за кофточка? Я только вот это знала, вот это и сережки, и это я не знала. Скажет, я вижу, что тепленькая кофточка, да? Да, тепленькая кофточка. Это водолазочка? Да, как у Албы, у нее же черная. У нее такая же? Да, у нее черная. Или белая, не черная. Время 11, мы до 11 часов были в кинотеатре. Бонька, ты любопытная. Куда полезла? Любопытная. С чоколадкой. Что у нее тут волосы?
Вот так вот. Все, Бонька. Она Бонька любит бумажки. Вот почему она там. Она сейчас ее рвать будет. Она сейчас будет рвать. Она любит грызть. Так, девчонки, давайте спать. Ты что, теперь будешь в этой футболке спать? Да. Она как платье. Мама, помнишь, когда там, когда мы смотрели фильм на кресле, там же наверху такая да. штучка. Угу. Шикала, которая. Да, воздух очень шикала. И потом, когда шевелилось кресло, угу. я стукнулась об эту штуку. Надо осторожно. Ты мне посадила батарейку на компьютере? Мне нужно это монтировать сейчас, Ксюнь. А, Ксюнь. Мне нужно монтировать. Почему только один день? Да. Ну давай завтра продолжение сделаем. Я хочу тоже перевернуть. Кстати, ребята, у нас опять лампа поломалась. Правда? Да, но ее нужно припаять, там проводочки. Проводок, в общем, один отошел. Там вот в самой коробке, вот здесь, где проводочки соединяются. Так что у нас опять лампа, что-то нам это... Не хочет она с нами дружить. Давайте спать. Где-то мальчик чистит зубы. Папа вышел с туалета, иди чисти зубки. Завтра нам нужно готовиться к челленджу. Как обещали, наберете 10 тысяч лайков. Да. У вас уже 13 тысяч лайков там на видео. 13. Так что завтра нужно нам это за продуктами пойти. С папой. Чтобы вы не знали. Ну так рисовать же негде. Вот нужно на кровати. Мама, да. Я знаю, это он тебе цветочки нарисовал, это тебе подарок. Мам, я знаю, где. На день рождения. Мам, я знаю, где есть какие-то странные вещи. Странные, я знаю, ты мне уже говорила. Что? Но нужно так, чтобы там вам... Напиток. Чтобы вы не знали, потому что вам будет неинтересно. Ну тогда я одна пойду. Нет. Вам будет неинтересно. Нужно, чтобы кто-то один покупал, кто не будет участвовать. Если я не буду участвовать, значит, я пойду покупать. Всем спасибо за поздравления и за поболтушки с вами в ВК. Да, поболтали сегодня немножко. Да, ребятки, всем большое спасибо, всем пока. Спокойной ночи. Спасибо. Мы будем отдыхать. Пока. Пока-пока. Пока.